Закончился первый раунд. Красная была отдыхает представитель команды Узбекистана Джахангир Ильхамбердиев, кандидат в мастера спорта. 2004 года рождения, боксом занимается 7 лет. Призер чемпионата Республики Узбекистан. Тренируется Джахангир под руководством тренера Даниора Джангирова. Раунд 2.
Закончился второй раунд. В седьмом углу отдыхает Мухидин Даташев, кандидат мастера спорта Кыргызстан. 1998 года рождения, боксом занимается 5 лет. Тренируется под руководством мастера спорта Кыргызской республики Алыма Абдулаева и заслуженного тренера Кыргызской республики Таланта Арзиева. Данным соревнованием готовил Алым Абдулаев. Final round. Round number three, winner by RSC, the red corner, Egamberdiyev Jahongir from Uzbekistan.